Привет всем, с вами я, D104X, и сегодня у нас новая серия ванап. И опять же, я открываю пак, в котором мне уже по традиции ничего не выпадет. Итак, моим первым соперником будет игрок с составом из испанской лиги. Тут Реал Мадрид и Барселона, ну и защитник Груди. Ух, как опасно! Если Кержаков удары! И это гол! И это уже гол на 4-й минуте Кержаков! Ох, блин, какое офигенное начало-то! 4-я минута, и Кержаков уже сбивает гол. Ну, идеальный пас, и просто мощный удар в дальний угол. 1-0, ребята. Ох, это опасно, это опасно. Если Шунин успеет... Ой, надо выбивать! Ну да, 1-1, это... Не знаю, это ошибка и команды, и моя ошибка тоже. Ох, ох, мне повезло, мне фартануло, я отскочил. Кержаков, не надо зацикливаться только на нем, нужно дальше вести мяч, а там уже скинуть ему как-нибудь там, например, на головку. Ох, какой он весит! Да! Саша Кержаков забивает второй гол в этом матче. Это еще только 35-я минута, и соперник ливнул. Или нет? Сейчас я узнаю, потому что... Как я понял, соперник ливнул. Да, соперник ливнул. Он понял то, что с силой Кержакова нельзя бороться, и сам вышел. Вместо Шунина на позицию вратаря становится Андрей Дикань. А в защиту вместо Бурлака становится Сальвадоро Пакетти. Опа, я нашел соперника. Я нашел соперника, и это меня уже радует, потому что я... Давным-давно уже его ищу. Лэйч Тикойл, 79. О-о-о. Бентеке и Стох опять почему-то не входят в этот состав. Мне последнее время такие составы очень много раз попадались. Так. Не надо Бентеке. У него силы больше, чем у Ибрагимовича. Да как ты так мяч отпускаешь? Дикань, блин! Офигенный гол! Просто респект! Там так сложно было забить! Ангба! Ой-ой-ой! Стошич! Я не видел! А теперь вижу! Бей! Да ну! Надо было дальше бежать! Первый тайм 1-0 я проигрываю. Сейчас что-то у меня не пошла игра. Это Хурада. Да какой Хурада? Ну блин, ну и чё он забил гол? С головы тем более. Был бы это Кержаков, хотя бы радость была. А это какой-то Хурада простой. Ай! Остановиться надо было, просто под себя мяч убрать. Кержаков. Пушка Кержакова! Ну конечно. Это ж Чех. Он тащит все в этом мире. Он бы сборную Узбекистана бы затащил. Ну, страна-то Чехия. Конечно, Коне. Ну, конечно. Да пошли вы знаете куда. Вы вообще ничего не делаете. Ой, Денари. Ни один вопрос. Где Кержаков, мать вашу? Где Кержаков, блин? Это Колодин. Да это пушка Колодина с головы в перекладину попадает. Собака, если сейчас не забьешь. Если ты сейчас не забьешь, я тебя продам. Блин, в какой-нибудь там ФК Губкин, блин. Сколько? Стоп, беги. Ласточка моя. Муза моя. Забей, ты дебил. Какой там угловой должен был быть, дебилы все Денари. Раки просто, ой. 2-1. Идеально. Лучший матч в моей карьере. Я нашел соперника, но у него плохой пинг. Фиг знает, что будет. 83 рейтинг. Ну, это обычная АПЛ-ка. Я такие видел уже 9 месяцев назад. Ох, какой моментик-то сейчас. Просто лучший. Если ты сделаешь все как нужно. Я не знаю. Да это ты лучший просто, Кержаков. Он сделал сейчас просто все идеально, пацан. Вот это сейчас был голечный, какой удар! Все на грани, просто на грани было! И какая пушка! Он лучший, просто лучший! Почему Кокорин, я не знаю, но это норм! Норм, беги! Ласточка моя! Крылья мои!
Киржаков! Ты как промахнулся? Ты мне скажи, блин! Это вообще что сейчас было? Стоп! 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 Ведь может же! Да ты забивать должен был уже, Киржаков! Я сейчас голос уже себе, блин, не знаю, что с ним сделаю. Как ты такое говно-то творишь, Киржаков ты наш? Киржаков! Лупаш нафиг! Да гол забил! Нирика! Ой-ка, он что творит? Он забивает гол, ей соперник ливает! Я не знаю, что сказать, ребята, я просто не знаю, что сказать. Вот это да! Вот это поворот вообще неожиданный. И первого, кого я меняю, это будет Ангва, меняю я его, на Марио Фернандеса. На Марио Фернандеса меняю. И вместо Ахмедова я ставлю Араза Асбилиса. Ребята, я сейчас сыграл еще один матч. Да, этим составом, да. Вообще ничего не пошло, просто вообще ничего не пошло. Марио Фернандес удалил, проиграл 5-1. Не Киржаков забил, а Хурада. Ну а что сделать еще? Очень сильно разочаровал этот матч, однако же я поменял вроде бы 4 игроков. Так что считаю этот ванап удачным в эту, ну, в данную серию, которую сейчас я уже почти закончил снимать. С вами был я, DS4X. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И все, на этом спасибо вам всем и пока.